Здорово, всем решил немного все-таки пофармить. Потом, вероятно, да. Буду стараться переходить на другой флот. И один, конечно, я потом на мусорку отправлю. Мягко сказать. Никуда не годится. Я проапгрейдил все, что можно. Сейчас надо будет посмотреть, как у меня флот будет сражаться. Курсы могут я подогнать, парни с Альянса. Ну, потом. Сначала пройду эти все задания. Вероятнее всего. И уже буду. Так. Он ориентировочно у меня может справиться спокойно с двадцаткой. Хотелось бы, конечно, посильнее. Fire at will. Awaiting orders. Engaging target. Online. Engaging. Sir. Так, грузовой. Идешь спокойно пинать двадцатку. Ты вполне ее осиливаешь. Это нас стоит ждет. Прямо зарабатывать это будет уже довольно-таки неплохо. Про это вопрос. Я хочу собрать прототип фиолетового флота. Это будет хорошо. Двадцать первый, давай попробуем. Так. Так, отлично, ты идешь туда. Фото реально. И посмотреть. Будет он хотя бы хорошо колбасить двадцатки. Двадцать пятки. Lock and load. Sir?
А, уже тянет, короче, он побольше войска, это хорошо. 27-й, конечно, он не потянет. Первый флот у меня, надежда на 27-х. Жалко, что я не могу помочь. Этот флот слишком слабый. Меня немного удивили, назвав этот флот слишком слабым. О, погоди, 35-ка. Отлично. Ну там придется потом подремонтироваться, ерунда. Подремкаемся. Флот, беги, там еще какой-то флот нужен. Так, ну... Ну здесь я немного так выбора кого пинать. Немного, правда, повреждений сейчас цапаю, так что придется ремонт. Проблема. Ой, и все? Я что-то думал, будет покруче. Тут копеечки прям. Он уже лямчик насобирал. Не танка, но ремонт дорог. О.
Идти попробовать попиновать. Это уже радует. Давай-ка им пойдем 27-й попинаем. Посмотрим, сколько у нас ремонт будет стоить. Все равно им горцевать, потом улучшаться. Что, в принципе, это не сильно и важно. Третий флот бикини слишком круто. 27 и 23. Просто рву все волосы на жопе. А, он уже взять ничего даже не может. По полной. Ну и принес неплохо, я тебе скажу. Ой, на 5 минут ремонта, 27-й, шикарно. Так. Иди забирай. Так, у нас этот первый может 27-й победить. Так, ну 23-й он должен побеждать. Заполнится уже должен. Еще проугрейдим его чутка. Давай посмотрим. Да, 23-й он спокойно дербанит. Так, мне 27-й интересует, может ли он его одолевать. Блин, у него уже карга практически забита под полочку. 4 ляма осталось. 27-й летит. Какая, в принципе, разница, на каком мы будем проверять 27-м. На том или на этом. Давай посмотрим. В принципе, бои мне здесь нравятся. Лазерами достают. Значит, лазер тоже полезная штука. Спокойно 27-й он сгрыз, да? Ремонт.
Нет, нужно, чтобы он поотдаль был. Конечно, он сгрыз, но повредили кораблик один. Цельно на 5 минут. Но очень неприятно. Так. Ой, сейчас тогда я на паузу щелкаю. Надо немного подумать, как это оптимизировать все. В общем, на данном этапе я посмотрел. Самое более-менее эффективное оружие у меня показалось себя Гладиус. Я, в общем-то, могу даже на элитном поставить его. Просто их не будет, не будет. Значит, надо будет выпендриваться, что-то делать, думать. Это, конечно, у меня еще будет долго усиливаться, ну ладно. Фарм. Надо будет первым флотом сейчас проверить, как мы будем все запинывать 27-х. Чтобы я понял, благодаря чему мы, в принципе, это все делаем. Потому что потом будем от этого уже плясать и усиливать все основные. В принципе, у меня 3 основных флота, а остальное так до одного места. Это немножко начинает напрягать. Your orders. Weapons free. Yes. Тобой у нас может спокойно справляться вот с такими. А вот линкора надо проверить как раз таки на 27-х. Эти фазированные щиты еще непонятны. Вон еще один 27-й. Standing by. I hear you. Fire at will. I hear you. On my way. Ну, в принципе. I hear you. Сначала проверим, как он здесь справится. Хочу проверить. Поехали. Смотреть. Сами сражаются. Я просто буду смотреть. Они стараются издали их атаковать, то что надо. Ой, мы не можем даже попасть по нему. И не попадаем. Так, у этого что? Странно. Скорость вообще-то, по идее, Гладиуса должна быть хорошей, но... Что-то чего-то не хватает, да? 27-го он хоть и смял в порошок. Так, давай посмотрим, как элитный будет с 27-м сражаться, чтобы посмотреть и понять, в чем разница. Ну хотя разница в кораблях-то это, блин, идиоту понятно.
Они их за пару секунд умололи. В чем разница? В дополнительных модулях. Он там хоть и мизерный, но мне надо сейчас проверить, тогда будет в кораблях, в чем разница. Так, дай-ка я залезу наверх, давай посмотрим. Вот, у нас шип. Так, модификации, восстановления, это нет. Предмет, дальность, скорость... Спокойность 125%. Но восстановление воды. Waiting for orders. Heading home. Ready. Сейчас я поближе посмотрю эти корабли, народ, и к вам вернусь. Надо мне понять, в чем же прикол. Я так подумал, ладно, хрен с ним. Начинаем, короче, эти миссии. Пофугу, пофугу. Там еще все равно 3 остается. Попробуем. Вроде не слишком сильный флотик. Странно, что он так в бок подошел. Это даже любопытно. Первый бой или первые два боя, да, первый бой дает ресурсов. Нормально. Ну вот, получены награды. Сколько он ремкаться будет? Хотели одну монетку. Не совсем понял я этого юмора. Так, начинаем. А что выбрать флот? У нас только единственный флот, более-менее. Который то дали мне предыдущим. Мне нравится, что там я два раза не щелкаю, и сразу он прощелкивает почему-то. Сам по себе при том-то. Что это такое? Ничего, еще ремонтироваться могут.
А вот это вот меня сейчас заинтересовало посильнее. Так, вот. Еще фиолетовых мне дали кораблей. Так, погоди, они вообще про оснащены или как? Ладно, посмотрим, что там по чертежам. Во-первых, это раз. Во-вторых, надо посмотреть, что по исследованиям. Это два. Дадут мне по исследованиям, вот в чем вопрос. Так, что мне нужно? Наверное, мне надо по армору вот пройтись. За 10 монет. Потом я уже соберу к следующей серии еще один флот, попробуем уже разнообразней флотом полетать. То есть у меня будут эти три боевых флота, в принципе, будут, наверное, нормально. Ой, ну я, честно говоря, не знаю, мне фарм-флоты нужны, в принципе, потому что здесь на базе копать астероиды — это дебилизм. Это долго, это нудно, это... Вообще без пункта. Погнали далее. Выбрать флот. Грузовой, элитный. Сразу запускает. Я даже реагировать не успеваю. Ну, в принципе, ладно, мне это не важно. Герои здесь прокачиваются, корабли довольно-таки мощные. Я не против. Кораблики тоже должны дать интересные, надеюсь. Надеюсь. Ключевое слово. Я там решил соло помахаться. У него неплохо получается, кстати. Но я бы на него гладиусы бы поставил. Надо посмотреть, что за лазер, реально потом гладиусами переоснащу. Закончится через 2 дня. Ты еще подумай, что тут брать. Угу. А дали линкора и 4. Так, 2 линкора и 4 крейсера, говоришь? А флотики такие маленькие, я тебе скажу. Не слишком мощные, геморройные.
Мне всяко нужно какой-нибудь флот покруче, чтобы хотя бы 50-х убивать и 60-х. Иначе здесь это вообще не вариант. Здесь ремонт затянется. Your orders. 12 минут ремонта. Так. Standing by. К примеру, убрать. И давай посмотрим, что у нас здесь есть. Угу. Не знаю, надо будет собрать. В принципе, они такие же фиолетовые, как и здесь. Короче, поколдую немного тут с фитингом. Два линкора сюда вместятся. Надо посмотреть, как они себя покажут для начала. Ну да, народ, в следующей серии уже проэкспериментируем, как эти корабли будут себя в бою показывать. Всем удачи, всем пока. Ну, пишите, что думаете про этот повод.